Ребята, всем привет! И сегодня мы вместе с вами будем трейдить всеми известного осьминожка. Почему всеми известного? Да потому что, ребята, этот пэт сейчас есть абсолютно на каждом сервере, и абсолютно все хотят его получить. И я понимаю этих людей, потому что просто посмотрите на этого пэта, он такой миленький. Но для начала я хочу напоить этого миленького пэта райделькой, чтобы я смогла на него сесть, и он выглядел эффектнее. Итак, будешь пить дельку? О, посмотрите на его реакцию, осьминожек в шоке. Короче, держи. Так, да, я хочу дать ему райдельку. Давай, пей скорее, я хочу уже на тебя сесть, и пойдем уже наконец-то трейдиться. И ура, ребята, теперь он райдовский. Офигеть, он очень классный. Почему-то он так прикольно подпрыгивает, я не знаю, мне очень нравится. Короче, погнали уже в центр сервера. Блин, он так прикольно передвигается прям вообще. Наступила ночь, а это же самое крутое время для трейдов. Ну и ничего страшного, что только сейчас поняла, что у меня выключены трейды. Замечательно просто. А вот теперь я уже точно жду трейдиков, потому что, типа, трейды-то я открыла. Ого, первый трейдик, отлично, принимаем. Так, я... Ай, блин, я в зельках. Только не отклоняй, пожалуйста, я сейчас найду осьминожку. Блин, подождите. Так, вот, все, нашла. Ага, это у нас металлический окс. Ну, прикольно, конечно, ну добавь, пожалуйста, добавь. Я хочу реально его обменять на что-то, хотя у меня он один. Не, я его... Нет, я, ребят, если реально будет какой-то выгодный трейд, я его, естественно, обменяю, но точно не на окса. Прости, пожалуйста, оксы классные, но у меня их очень много. И нет, прости, они не настолько сильно ценятся, и при этом я дала своему пэту зельку, поэтому нет, прости. Принимаем дальше. Ого, флай-рыба-клоун. Такого пэта мы с вами уже трейдили, можете посмотреть на канале, ребята, только мы там трейдили райд, такую рыбку, а здесь она флай. Еще также 4 океанских яйца, сразу 4 яйца, капец просто. И также райделька. В принципе, ребята, можно было бы согласиться на этот трейд, но я не уверена, что из этих яиц мне выпадет это лего. А, я согласна, все, ребята, райд зомби буфа, он издевается надо мной, да? Ну хорошо, да ладно. Он издевается, ребята, не могут дать райд зомби буффало за осьминожку. Нет, не могут. Нет, не могут. Нет, я в шоке, буду если он согласится. Я буду просто в шоке, если он согласится. Не согласится, да? Я-то знаю, соглашаться или нет. Я соглашаюсь, но я хочу посмотреть его реакцию и поставить ли он галочку, потому что деньги, спасибо, конечно, за деньги, но меня волнует зомби буффало, блин, это олдовский пэт, еще и ценный, он продавался, если я не ошибаюсь, с кэнди-пушкой вроде бы, да, и, блин, я не знаю, ребята, нет, и почему я не знаю, я знаю, нет, верни, я хочу затрейдиться. Ну ладно, как говорится, не получилось, не фартануло. Ребята, короче, я предлагаю идти на другой сервак, так как тут мне уже просто перестали... В смысле сервер очищается для обновления? Это чё? А... В смысле? Откуда эта голубая надпись? Чё происходит, ребята? В смысле? Я не понимаю, чего происходит? В общем-то, ребята, произошли маленькие технические неполадки, и прямо на ваших глазах вышло новое обновление. На самом деле, оно небольшое. Тут просто, посмотрите, добавили новый, так сказать, раздел в инвентаре. Это любимые вещи, типа, из вашего инвентаря. Это пэты, игрушки и так далее. И я сюда уже выделила осьминожку. И на самом деле, обнова классная, так как, ребята, так намного проще трейдиться. И, кстати, знаете, когда я зашла в питомца, я сначала испугалась. У меня было штук... Да, у меня 12 австралийских яиц, я когда зашла, я такая, типа, где мои яйца, что произошло? А теперь, если у вас много повторяющихся предметов, они все уходят, так сказать, в один, ну как, в одну ячейку. Да, например, если у меня, вот, у меня, например, 30 фосил яиц, и вот они у меня 29 штук в одной ячейке. В общем-то, ребята, обнова классная, мне нравится. Короче, давайте уже пойдем трейдиться. Так, вот наш осьминожек, я чуть не упала. Нет, ладно, идем в центр города, вот сюда вот. Кстати, тут есть неоновый фрост, просто даже шадоу есть. Вот это сервак, вот это я на сервер попал. Неоновый жираф. Просто, ребят, это абсолютно обычный сервер, чего я удивляюсь. Ребят, я не могу на него насмотреться, посмотрите, какой он милашка, просто, я не знаю, ну просто. Ребят, это маленький розовенький осьминожек, просто я не знаю, как на него перестать смотреть, он такой классный.
Ладно, ребята, давайте же все-таки вернемся к трейдикам. И мне как раз кинули первый трейд. И давайте же посмотрим, что же будет тут. Ого! Неон Рай Джинджер. Вот это да! Вот это... Это, ребят, я не думала то, что... Нет, я думала, реально, за этих лет сейчас настолько много дают, что я просто вообще сама в шоке. И я не знаю, надо ли соглашаться, потому что, в принципе, этот... Вот посмотрите, какая обнова классная, мне прям очень нравится. Тут прям стало вот имя написано, его возраст, он может там ездить, он не он... Офигенно обнова, мне очень нравится. Ладно, хорошо, возвращаемся к трейду, и он еще добавил дельфинчика, ролики с бабочками и также шапочку. Ребят, я вот думаю, соглашаться или нет, так как все-таки дельфинчик... Джинджер не особо ценный пэт, так как его получают абсолютно все за звездочки. А это что за штука? Ого! Ункамонаж какая-то штука, я не знаю, что это. Я ее уже видела в игре, но я не знаю, что это, ценится ли эта штука вообще. Поэтому Бандикут, он олдовский. Блин, ребята, я не знаю. Наверное, все же нет. Хоть это и не онка, ультра редкая, но, блин, прости, пожалуйста. Ребят, знаете, если мне предложат акулу, я соглашусь только с какой-то добавкой, потому что в сравнении с акулой мне осьминожек намного больше нравится. Я вам уже сказала то, что он... Мне он очень нравится, так как он очень миленький. Ну, просто, ребят, согласитесь. Ну, посмотрите, какой милашка. Чет сервер у нас переместился немножечко вот сюда, поэтому я предлагаю тоже встать примерно вот тут вот, да, вот тут вот, посерединке, чтобы все нас видели, ребята, и кидали нам трейдики. А вот и, например, один из этих трейдиков, так, и что же будет в этот раз? Тирекс. В принципе, логично, два тирекса. Да ну, ребята, этот, получается, тирекс и осьминожка, они примерно равны, так как, ну, типа, тирекс, он был из фосил яиц, также лего, одна из двух лег. И, типа, осьминожек тоже одна из двух лег. Опять же, за эти же яйца. Но, блин, ребята, я не знаю. Тут он в два раза переплачивает. Но, хотя, с другой стороны, у меня райд. У меня райд, поэтому у него нет. Я предлагаю просто написать Адада, потому что я хочу, чтобы он доплатил немного за райд Зелька. Хотя я понимаю, что он уже переплачивает. И эти пэты олдовские, их не достать и так далее. Но я просто хочу добавку. Итак, я написала Адада, смотрим, отклонит или не отклонит, или добавит, я не знаю, просто, ребят, я обожаю смотреть реакцию людей, когда я пишу Адада, нет, игнорит. То есть он либо не прочитал, либо не увидел, либо просто игнорирует этот факт и делает вид, что он это не увидел. Ну, наверное, я отклоняю, потому что, он убрал галочку. Добавишь? Добавь, хочу добавочку, пожалуйста. Добавь что. Так, все, ребят, я, наверное, отклоняю, потому что я не хочу столько ждать. Я просто не хочу столько ждать. Прости, пожалуйста. Я понимаю, что он переплачивает. Но, блин, прости. Все, нажала на кнопочку. Снепка, ты молодец, ты решилась нажать на красную кнопочку отклонить. Ура! Ребята, принимаем дальше и смотрим, что же будет тут. Так, я даю своего райд осьминожку и... Ого! Это уже флайрайд лего, неплохо, ребята, флайрайд грифон. Реально неплохо, ребята. Наверное, Адада, потому что грифончик не ценится, а на данный момент за осьминожку дают очень много, поэтому... наверное, Адада. Реально, ребят, наверное, я все-таки напишу Адада. А, я не успела, он отклонил! Почему? Ну ладно, если бы он добавил, я бы согласилась. Хотя не знаю, ребят, грифон же не ценится, его можно купить в магазине, по сути. Но, хорошо, мне кинули следующий трейдик, и что же будет в этот раз? Райт, золотая мышка. Прикольно или крыска? Ребят, кто это? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, это крыска или мышка, потому что я их путаю почему-то, я не знаю. Они очень похожи, и я не могу просто понять, кто это. Ну ладно, ребята, помимо этой мышки или крыски, тут есть Окс, Лунар Окс, и также есть морской конек, да. На самом деле, морские коньки вроде бы уже обесценились. И вот сейчас, по-моему, с морской обновы, так как все открывают все больше и больше яиц, пэты становятся все больше и больше, и они постепенно падают в цене, а вот конкретно леги, по-моему, сейчас все еще ценятся, поэтому нужно срочно их обменивать. И типа, я думаю, что мало, потому что крыска не ценится, ну или мышка, я не знаю просто, и все эти пэты особо не ценятся, поэтому, сори, прости, пожалуйста, я считаю то, что мне предлагали трейды намного лучше. Тут есть еще девочка на осьминожке, только она маленькая, то есть она ребенок, так сказать, типа вот. И ее, скорее всего, меньше замечают, и это мой шанс затрейдиться, давайте встанем тут посередине, чтобы кидали трейды нам, потому что мы же хотим обменяться. Ладно, ребят, это, нет, так, нет, девочки тоже трейды кидайте, потому что она тоже хочет, видимо, затрейдиться. Ну, короче, ребят, просто все, ждем следующих трейдиков, вот и вот. Ладно, что-то я уже
переборщила. Ладно, смотрим, и что же будет тут? Океанская яйца. Ого! Райт, снежная сова. Верни сову! Сову верни! Нет, пчелки, не хочу пчелки! Пчелки не ценятся, океанское яйцо. Я тоже могу пойти купить. Хотя нет, не могу, у меня денег нету. Ладно, нет, прости, пожалуйста. Я думаю, то, что мне предлагали намного больше. Даже, я не знаю, 2 тирекса, это уже очень много. А если мне неон кенгуру кинут трейд? Я понимаю, что она не согласится, но почему бы и не кинуть? Нет, она трейдится. Блин, на кого можно затрейдиться? Неон лошадка? Не хочу неон лошадку. Неон альбина бет? Ну, такое себе. Ну, типа, нет, это классный трейд, но... Мега скелерокс, я согласна. Мега скелерокс, да почему они все трейдятся, а? Ладно, буду сама ждать трейдов. Встану вот сюда, вот специально посередине, чтобы все меня видели и кидали мне трейды. А, вот я уже принес следующий трейдик. Ого, королева пчел. Куда? Верните! Опять? Не хочу! Нет! Убери! Ребята, ну блин, просто подумайте, ребят. Смотрите, океанское яйцо, оно будет доступно еще очень долго. Ну, то есть несколько месяцев точно. А пчелку я смогу себе в любой момент пойти купить, так сказать, за робоксы. Потому что там можно, по сути, за робоксы вроде бы купить, да, бочонок меда. И в любом случае, самый-самый минимум, что тебе выпадет, это как раз-таки эта пчелка. Поэтому она не ценится. Прости, нет, я считаю, что это мало. Да ладно, не верю, нет, давай, ребят, наверное, можно сразу самим отклонять, да, кто бы сомневался, ребята, просто, почему все отклоняют, я не понимаю, так, все, я вообще, блин, ребята, осьминожек заболел, посмотрите, он теперь очень медленно стал, типа, вот так вот прыгать, ну, типа, подниматься и опускаться. Блин, бедненький. Нет, все, я не могу на него так смотреть, я пошла его лечить. Потому что если он продолжит стоять в таком состоянии, блин, ребят, я себя не прощу. Куда пойдем? К тетеньке? На кушетку ляжешь? Или я тебе дам яблочко? Не, яблочко самый лучший вариант, самый проверенный вариант. Короче, мы идем с тобой вот сюда, берем... У меня какой-то трейд профейлился. Ладно, неважно. Так, на тебе яблочко, потому что я не могу смотреть на то, как ты страдаешь. Просто давай, кушай скорее и пойдем обратно трейдиться, потому что... Ой, посмотрите, он так мило крутится. Все, мы здоровы, все, можно идти опять идти трейдиться. Так, главное сейчас выбраться из этой больницы. Все, ладно, погнали. Юху, мы здоровые, мы пришли сюда опять трейдиться. Все, ребята, наверное, за здоровенького осьминожку должны давать больше, потому что, ну, типа, блин, ладно. Хорошо, ждем следующих трейдиков. А, вот и следующий трейдик. Нет, если она согласится, я буду в шоке. Нет, она не согласится, скорее всего, потому что, ребят, если она согласится, я реально буду в огромном шоке. Если бы она хотя бы на первый трейд бы согласилась, я бы была уже в шоке, потому что, не, реально, ребят, а прикиньте, вот реально за осьминожку дать синюю собаку. Синяя собака, это же олдерский пэт, один из самых-самых первых пэтов вообще во всей игре. И типа, блин, было бы очень круто. Короче, ребят, я только что приняла еще один трейдик, и мне предлагает Лунар Окса, также... Божью коровку, флай динозаврика и также бета. Ребят, я бы согласилась чисто из-за флай динозаврика, так как он олдовский и выпадал из фосил яйца. А фосил яйца стали такими родными, что прям вот я не могу смириться с тем, что этих яиц больше нету. Хотя я успела ими запастись, но просто, ребята, их больше не достать. Прям обидно как-то стало. В общем-то, я, наверное, откажу. Ребята, я прости. У меня, на самом деле, этих динозавриков довольно-таки много, и поэтому я сейчас не особо хочу меняться. Но, к сожалению, ребят, я просто, я не знаю, я не могу смириться с тем фактом, то, что я больше не могу купить фосил яйцо, пооткрывать его. А помните, ребята, когда-то давно мы с вами ходили, вот когда только-только появились эти фосил яйца, мы с вами на вертолете летали на какой-то остров, что-то там выкапывали, каждый день получили по какой-то то ли одежде, то ли какие-то игрушки мы с вами выбивали. В общем-то, ребята, это было так круто! А сейчас этих яиц больше нету. Хотя у меня в инвентаре, слава богу, они у меня остались. Так, где они? Вот они. У меня их 30 штук. Это немало, как бы, но просто очень обидно. Так, где? В смысле? А, я его убрала, что ли, просто? У меня украли пэта, ребята, срочно! Спасайте, украли пэта! А, вот и следующий трейдик. И это у нас новый лев. Это вроде бы, это как его, Guardian Lion, да. Ребята, мало. Я думаю, что мало, потому что этого пэта можно купить в магазине свободно, поэтому, к сожалению, прости, пожалуйста, я отклонила. И на самом деле, этих львов у меня достаточно мало, но осьминожек у меня один, поэтому мне его очень жалко кому-то отдавать за каких-то не особо ценных пэтов, поэтому... Так, все, я
становлюсь вот сюда, вот в центр. А где все ценные пэты? Ребята, по-моему, все ливнули. Блин! Ребята, тут только Фрост остался. Так, кто? Тут кто-то кого-то обзывает. Почему это? В смысле? Так, я встану вот сюда, вот и буду вот у них тут рядышком стоять, чтобы в надежде на то, что кто-то мне кинет трейд. Ребята, Эйвил, да ладно, попугай, не, 100%, нет, он убирает, ну, типа, нет, все, тут как бы и надеяться не надо, потому что, блин, ребята, это очень, типа, много, слишком много, я никогда бы такого не сказал, но реально, это реально много, Фрост, за что? Ладно, ребята, если что, знаете, если вы трейдитесь на серверах, ребята, всегда приходите в толпу донатеров. Они дают вот такие трейды, но, к сожалению, потом их отклоняют. Ну, в общем-то, какая разница? Ребята, что происходит опять? Обнов?